И, конечно, понимаю, что хозяйственная так экономит на себе. И вот такая девка, ох, экономная, что она носит шубу, будет аж 15 лет. Мария Ивановна говорила, ну-ка, Бобка, назови мне 5 животных, назови, африканских назови. И Бобка отвечает, конечно, назову, это 3 обезьяны, а еще и 2 слона. Разве можно, спросил Вовка, наказывать человеку, наказать его за то, что он не сделал он? Сказала Марья Ивановна, наказывать нельзя, а Вовка, я не сделал то, что на дом задали. Парень с девушкой сидели в темноте кинотеатре, пошептала девка так, почему холодный ты? А парень отвечает, милая, подожди, спокойно, все нормально, эскимо схватила ты. А я мою называю птичкой, моей называю, называю зайкою, называю рыбкою. А она, птичка моя, то клювом щелкает, то уши растопырит, то глазки выпучит. Жизни женщины у каждой возникает две проблемы. Первая в том, чтоб найти мужика своей мечты. Ну а потом вторая проблема предстоит. Дальше что же делать с этим подлецом? Get you down. Rock and roll. Get you down.